Всем привет, с вами Дон Двори, Ярик Мышка, и мы продолжаем играть новогодние приключения. А это уже, я уже не знал, какая-то часть, давно мы не играли. А, в общем-таки, вы, конечно, заметили, что я мышка, да. Немногие писали, убей мышку, убей мышку. И тут я спускаюсь, значит, в подвал. Эй! А, что-то лагануло. И да, вы видите, у нас тут классненький подвальчик, да, я немножечко его переделал. И тут летает такая в потолке, вот в этом уголку, мышка. И я, не глядя, лопатой ее приложил, да, потом я сделал себе меч уже, когда от зомби отбивался, делал картошечку, посадил, поменял пол, как я говорил. А, большинство людей писали, что пускай будет пол, а, булыжник, булыжник, шерсть писали, но я решил из булыжника взять. Переделал он подвальчик, и да, люди, смотрите, что мышка может. А, многие писали, что мышка может летать, и это правда, она может летать, просто два раза на пробел, и мы летаем, но... Мне кажется, что этот мод очень читерский, я его убирать категорически не хочу, и больше чем уверен, что многие люди тоже не захотят его убирать, потому что, представьте, мы все время вместо того, чтобы ходить, они валяются уже, а, мы будем просто-напросто летать, это, поверьте мне, неинтересно, гляньте, мобы будут ходить, мы будем просто-напросто облетать, вот вы сами сейчас увидели, я вот чисто пролетел, а, так что я мышкой вообще пользоваться не буду. А! А, голод. А, я уже думал, капец, попал. Нет, что-то прикольно, люди, слышите, когда отнимается голод, начинает пищать. От Стива, когда отнимается, вроде бы ничего, так там бьет, вроде бы. Но мы будем обычным игроком. Вот, мы тревожились, да. В общем, таки я дом твой, да. Все, я превратился. И сегодня мы будем заниматься, будем искать лианы. Я, кстати... Бегал везде по миру, переплавил, кстати, немножечко железа, золото, всего-всего передробил, пережарил. А, в общем, такие люди бегал по миру, не нашел я вообще этих джунглей, а потом мне пришла такая идея в голову. Почему джунгли? А почему не болото? И я понял, что в болоте тоже есть лианы, да! И сейчас мы пойдем в болото, только для начала мы поспим. Ложимся спать. Ой, я лег спать в сундук, ё-моё. Вот что за бах, каждый раз в стекле, меня это немножко уже надоело, вообще принадоело. Нам нужно вообще выкопать свою шахту, кстати, у нас тут картошечка, вот так-то, оп. Картошечка нам нужна, мы будем ее кушать, потому что у нас вообще еды нету, так, это уже жареная картошка, вот такая вот. Картошечка обычная, мы садим ее пшеничку, так не нужна она нам. Картошка сюда упала, так, давайте соберем мы всю картошку. Сделаем нам ножницы и пойдем лианы искать. Потому что я хочу сделать наш дом красивым. Это такое, что это вообще замирает экран на пару секунд, на 2 секунды, на 1 секунду. Бывает такое, я не знаю, что это. Так, сейчас дотворят, то я так... Подпрыгнул как-то высоко слишком. У нас 42 картофеля, это неплохо. Не знаю, курица, вы чё вышли? Ай, кто вам разрешал? Так, вот сюда. Это нужно нам выкинуть. У нас там их вообще капец как много. Я даже не знаю, куда их девать. Так, я тут пока земли у меня куча. Можно будет саманный кирпич сделать, высушить, помогать деревне развиваться. Так, мы берем два нам железа, которые нам нужны. Раз, два. Вот так. Раз, два. И мы бежим за лианами. Да, в путь. Потом нужно будет с этими деревьями что-то разобраться. И саманный кирпич сделать, да? Артемка, тихо! Тёмыч! Тёмыч орёт. А, вообще разорал попугай. Я вообще его на время съемки, записи... Ой, съемки, прям как будто так сказал. А, обычно выношу, но... Сейчас я его не вынесу. Может быть зря, может быть вынесу. Если он будет сильно мешать, я его вынесу. Так, мне все-таки еда и перышки нужны, я хочу стрел себе понаделать. А джунгли где-то у нас там впереди были, нужно побольше сделать, потому что почему? Ну, вроде бы можно сделать, но... Но он меня задолбал уже. Но я почему-то не делаю. Так. Мы будем включать курочку, как будем спускаться вниз. Вот они, наши лианы. Так, мы включаем. Да что такое? Что мне FPS начало пониже? А, так, мы рубим.
срубливаем. Ага, нужно с самого начала рубить, чтобы они как бы были, ну, в общем, кусками срубливались. Вау, я и траву срубил. Так, трава мне вообще не нужна, я не знаю, для чего мне трава. Так, оп, оп, так, рубим, рубим, рубим. Вау, вы видели, как деревья пошли рубиться? Это вообще, а ну, а эти деревья, а, это же эти же деревья. Так, оп, оп, оба. Так, сколько мне, 16 штук? 17, давайте где-то, ну, штучек 30. Вау, с грибком выпало даже. Прикольно. Грибком. Так, 30 штучек, 30, 30, 30, 30, и мы пойдем. Так, все. 31, даже 32. Ой, вот мой верстак. Все, мы идем назад в хату. Чуть-чуть грибочка. Поковыряем. Поковыряем, 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 поковыряем. Так, мотыга, все, 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 дом, 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 все. Нет. Не отвлекаемся. Я что, ни разу не убивал? Не, не убивал. Прикольно так. Она, по-моему, быстрая, а ну. Блин, сделали бы такой плагин на сервера, вообще было прикольно. К примеру, Hunter Block есть такие сервера. Типа на Годкрафте тоже есть такой проект под названием. Я не помню, как это. По-моему, не Survival Game, а Hunger Games. Там, получается, перышко тебе дают. Ну, в общем, прикольное тоже. Тоже можно в блоки всякие превращаться. Точнее, в блоки, в животных. Ну, сделали там реально, чтобы реалистично было, что, типа, вот, животное. Я прям к животной, там, летучая мышка, да, вот прям летать. Ну, нет, ну, прям летать не нужно, пускай бы в конфигурациях этого мода. Плагина, плагина, да, выключили. Тогда было вообще прикольно. Нет, давайте я в себя все-таки превращусь. Я в дверь не могу впиляться. Все-таки свинья жирная. Правда, что жирная, в дверь не входит. Ну что ж, мы заделаем вот так наш вход. Пускай они растут. Ага, больше нельзя. А может, с этой стороны нужно было? Ой, да ладно, давайте и с этой стороны. У нас как бы много лиан. Мне не жалко, вроде бы. Вроде бы. Ага. Все-таки оно туда-сюда, туда-сюда. Так, нужно еще здесь сундук сделать и посередине кроватку. Кроватку. Люди, как вы заметили, я записываю без вебки. Если вы хотите с вебкой, то давайте наберем. Наберем на этом летсплее, на этом видео 200 лайков. И я буду записывать с вебкой. А вообще, наверное, буду. Буду. Так, это сюда. У нас, кстати, энергия полная. Нужно пойти нарубить там дерево, так у нас опорик есть. А, кстати, да, я хотел сбегать к жителям и посмотреть, они принимают бушные лопаты, топоры, мечи, кирки и так далее. Потому что я помню, когда к жителям заходил, у меня, по-моему, меч или что-то, или лопата была на один удар, вот там внизу пишет один. И как бы... так, иди сюда. Ну, вот. И как бы они покупали, но сейчас... На тебе курицу, на тебе дуб. Он дуб, мне нужен самому дуб. А, блин. Давайте посмотрим, в чем они нуждаются. А, они в дубе нуждаются и булыжник. Так, нет построек? Что? Что? Проект нуждается в ресурсах. Но, а построек нету. Как так? Если я им все дал... А, вот, еще саманный кирпич и любое дерево. Люди, я надеюсь, что вам не слышно, как попугай дурацкий бегает по клетке. Он зубами пытается открыть... Зубами? О, боже мой, клювом пытается открыть свою клетку, но у него ничего не получается. Он дурак, вообще дурак. Так, мы это обтяпаем. Многие писали, что я тупо ковыряюсь в верстаке. Да нет, люди. Не там-то было, я не в верстаке копаюсь. Я вот сегодня почти в верстак ни разу не заглянул. Я даже ни разу в верстак, по-моему, не заглянул. Да? Да. Так что за это стоит поставить лайк, чтобы часть вышла побыстрее. Потому что у нас напряг с этими частями. Я как бы записываю мини-игры, мне хочется и это записать. Но как-то ленюсь. И то, и другое, и третье, и что-то. Так. Послушайте, вот слышите, как он шумит сильно? Вообще шумит. Так, вроде бы мы все. Да что ж ты там шумишь? Пытается открыть себя? Нет, он открывается, но не получится у него.
Так, мы бежим срубывать дерево. Так, дерево. И давайте срубим эти деревья, поставим на переплавку и, пожалуй, будем делать саманный кирпич. Так, давайте я обойду где-то с той стороны. Да блин. Блин, где-то я тут... Вот, вот, я прятался здесь от мобов, так прорубил чуть-чуть. А, у меня топор тогда закончился. У нас 112 блоков. А, ну, вроде бы все должно выпасть. По-моему, все. Так, проверим. И, ну... Ауч! Не все выпало. Так, несколько стаков выпало. А, саженцев вообще категорически выпадает мало. Мало вообще. Нам почти не хватает засаживать то место, которое мы обрубливали. Вот смотрите, сейчас я тоже место засажу. Вот видите, саженцев не хватает. Так что... Пеньки торчат, господи. А! Так. Да, тут чуть-чуть дерево выпало. Топоры ломаются. Блин, как они вылазят? Вообще, еды-то у нас есть. Ладно, мы их убивать не будем. Нам на утильсырьё их не... Ички понадобятся. Да. Так, пускай в печках переплавляется уголь. Делается. Так, вот наш картофель. А мы пока возьмем песок. Здесь надо. Так, выкладываем это сюда. Да, блин, да подвисаю здесь. Нам нужна земля. Давайте 3 стака возьмем земли. Это лишнее. Так, раз, два, три. У нас заготовки есть. Раз, два. Заготовки есть. Лишнее мы все выложим. Вот. Вау! Оно даже сделалось, представляете? Хотя у меня... А, даже у меня в инвентаре песок был. Люди, я на паузу нажму и утихомирю его. В общем-таки, я его посадил. Он, в общем, слез с палки и бегал по полу. Не мог, наверное, залезть. Я его поднял. Так, у нас где-то песок. Так, вот песок. Это мы... Вот стак песка. А, господи, да теперь он орёт. Да что ж с ним делать? Так. Вроде бы песка нет. Ну, думаю, 2 стака нам, наверное, хватит. Может быть. Возможно, хватит. А возможно и нет. Так, здесь когда будет темно, давайте я где-то вот отсюда буду их всаживать. Вот так всаживать. Друг на друга их нельзя садить, так как они не сушатся. И вот так вот они отлично сверху вообще суперски просушиваются, и ничего им больше не нужно. Во, ляньте, люди, они уже как бы сами просушатся, так прикольно, нет никаких ни звуков, ничего, вот это вообще, прям класс. Так, цветы эти поломаем, сколько там у нас осталось? А, ну у нас еще достаточно и песка, еще на целый стак с чем-то, опять он слез с палки, будет бегать, но пускай лучше бегает, чем кричит, я так думаю. Если он еще будет дальше продолжать кричать, то я вообще его вынесу, пускай он померзнет где-то в другой комнате. Поставлю, пускай там... А, блин, нам еще это добывать, я как-то не задумался. Ставить то полбеды, а еще добывать. Кстати, песка нету, я на последнем глянул. Нам бы сейчас поспать нужно и как бы лопатку сделать. Так, кирка, давайте я выкопаю эту гадость. И вставлю гадость, я думаю, саманный кирпич. Жителям, кстати, еще нужен будет, по-моему, саманный кирпич пережаренный. Так. Оп. Оба. А, так. Яйцо. Ха-ха. Прикольно. Так, вот картошка. Так, мне нужно было поспать. Подкрепиться. Вот. Видите, люди, лианы начинают разрастаться. Это вообще будет жесть. Так будет красиво прям. Ну, просто классно будет. После того, как мы посмотрим. Так, опять я в этом стекле. Офигеть. Хотел я давно сделать дырку в хате у нас. А, не знаю. Тут я делаю дырку. Не тут, конечно, я делаю дырку. Значит, тут делаем дырку. По-моему, ничего нет. Господи. Где же мне дырку прокопать? В общем, давайте я с той стороны продолблю нам дырку, поставлю дверь, чтобы мы могли выходить. Чтобы мы каждый раз не оббегали. Ага, тут места нет. Значит, где-то давайте возьмем, во-первых, железо. Сделаем нам ресурсы железные, потому что железо у нас... У нас вообще железа нет. Ё-моё, где-то... Да где-то было, стойте, я там 40 чем-то железо переплавлял. Подождите. Где-то тогда здесь оно должно быть. И... Вот, так, железо, да, мы нашли его.
Так, дерево. Дерево, иди сюда. О, вот так. Вот так. Так, так. Вот так раз. Вот так. Два. Мне бы еще желательно кирку сделать. Блин, еще дерево понадобится. А, у меня эти береза есть. Так, вот так. Блин, столько ерунды в инвентаре, что я сам путаюсь. Смотрите, вот так, вот так и вот так. Хорошо, делаем нам дверку. Дверки, думаю, нам вполне будет достаточно. Хрен с ней, давайте здесь продолбаем. Так. Вот так. Выйдем отсюда, сюда. Во! Все, теперь окей. Вау! Гляньте, оно прям, как бы, уже все, можно вскапывать его. Пойду-ка я песочка нам еще накопаю. Вау, тут спруты! Вот, видите, я тут выкапывал, и тут уже спруты развелись. Офигеть! Я теперь могу... А вы знаете, что, если я вот, допустим, спрут, да, я вот плаваю, ну, просто плаваю. Если я зажму Shift, ну, вот я плыву, да, я зажму Shift, я вот, гляньте, намного быстрее плаваю. А вот если пробел... Ну, короче, шифтом он как-то быстрее, вот, смотрите. Во-в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 о. Нет, ну все-таки мы с прутом не будем. А ну, что будет, если я вылезу на сушу? Я тупо хожу по суше, гляньте. Какой воздух? Гляньте, мир так сиренеет, прям, вообще. Я задыхаюсь в воздухе. Нау, я тону. О-оу, о-оу, нау. Так, так, нет, я не хочу умирать, don't worry, утону, офигеть, мы утонули в воздухе, капец, логика, нет бы написать задохнулся, don't worry, утонул, ну нет, для них, конечно же, а, это глины, какашки какие-то, так, пойдемте в другое болото, что ли, пойдем туда, блин, вы тут яиц накидали? Не перебирать за вами. Так, так. Нам всего лишь сколько нужно? У нас есть 56, но нам нужно тоже где-то так приблизительно 56 нарубить. Блин, вода потекла, это плохо. Так. Давайте на первое место все-таки поставим, потому что я не вижу, сколько у нас там песка. Мы его обрубливаем, собираем. И думаю, вот саманный кирпич посадим, на следующей части уже срубим. И думаю, хватит, потому что хватит. Да, я уже устал реально. Так, вот, 62, все, выбираемся отсюда. Вылазим отсюда побыстрее, так что по-быстрому. Все, мы идем, берем нашу вот эту вот штучку замечательную, на которой... Хватит три раза посадить, и это капец. Капец, прям капец. Раз, два, три. Наверное, мы сбегаем к жителям. Нам еще нужно в ад ходить. Санек тогда, когда срегенерировал мир, что у нас лагануло. Вся наша игра. Стрелы. Прикольно. Что сказать? Прикольно! Скажу вам. Нет, все-таки дети у них вообще наравны. Вот бью одного. Нет, я не буду их бить. Потому что я не хочу с ними портить репутацию. Так, им нужен саманный кирпич. Да хрен вам, нет у меня саманного кирпича. Я могу яиц продать. Ага. Стоп. Стопэ. Видите, какие они умные. Поломанную, значит, не хотят брать. Такую им подавай. Так, мать мне саманный кирпич. Я деньги не взял, ёпта. Я бин, представляете? Так. В общем, такие люди, ладно, я куплю вот эту штуку у них. И мы в следующей части досадим, займемся деревьями, займемся еще чем-то. В этой части давайте подведем итоги. В этой части мы нарубили дерево, сделали из него уголь, посадили, сушить саманный кирпич, сделали вот ту непонятную дверку, которая вот там. Решили проблемку с мышкой, что мы не будем читерить. И, в общем-таки, проляны я, по-моему, сказал, да, сделали себе. Я показал вам пол-подвал. В общем-таки, друзья, на этом все. Если вам понравилась эта часть, то ставьте лайки. Давайте 200 лайков, и я выпускаю новую часть. Ну, а если будет 300 лайков, то я, возможно, я не обещаю, люди, я, возможно, запишу с вебкой. Ну, в общем-таки, на этом все. Подписываемся на канал, пишите ваши идеи в комментариях, ставьте лайки. А с вами был Донтвори. Всем до новых встреч, друзья, и пока.